You see better, baby? New glass. Oh, they make them from sun. Oh, nice. Look at me. It's good? Новые очки. Вот. А я... Новое лекарство. Прицепят ему на руку. Мониторить будут по-современному его сахар. How you call this? What give it to you? Patch. На руку монитор. И it's через... a blood sugar monitor, Lou, yeah. That's all it is. Через apps. It's just that you put it on once every three weeks. Через apps going to напрямую к доктору. You put the patch on and the machine monitors it. I don't know why we need a machine. You can just use your cell phone. Machine probably between. Maybe. Yeah, because I have already done so many the crap, you remember? Your things for sleep apnea. Even I have apps, I still have the things. I don't know, actually. Затылок у меня потеет. Закрываю. Кондиционер уменьшили, чтобы, знаете, не продувало. Because you're driving on the wrong side of the road, that's why. Кричит на меня. Неровно еду. Дали? И давно не шофер. Сидел уже, шмыркал. На сапырке своей. Еще кричит. Такой. Пока камеру поправляла. Боится, боится. Палец прищемила я. Сегодня поехали. Я дверь закрыла и пальцем своим. Синий теперь ноготь. Короче, Оземпик. Вчера его врач звонила в аптеку, пугалась. Но тем не менее ничего не изменилось. Оземпик опять ему не дали. Говорят, нет у них. Он им пользуется не для похудания, а для диабета. Тем не менее, чего не дают вовремя. Потому что очень, видимо, этим препаратом злоупотребляют. А за сироп мы уже даже и не спрашиваем. Он уже не нужен. Уже такого кашля у него нет. Короче, знаете, из-за всего ругаться себе дороже. Вчера врач звонила менеджеру, ругалась, Данила говорит. Тем не менее, ничего не изменилось. Дают препарат, дали, конечно, $100 за него, хоть и со страховкой. $100 мы отдали за мониторинг сахара. Вот сейчас еще установить надо. Такое, значит, новое оборудование. Приклеить на руку, монитор. Страховка не очень платит такое. Вот видите, а полная цена 154. Страховка чуть-чуть заплатила только. Мы заплатили 74. И здесь 84, мы 64. Блин, полная стоимость почти. Говорит, потом изучит все и не будет торопиться. Ну, это его проблема. Это монитор, который будет отправлять врачу сразу данные о его сахаре. Главное правильно прикрепить на руку. Поэтому он сказал, будет изучать инструкции. Тщательно. У нас еще одна процедура. Подстричь Данилку. Вот такими инструментами я подстригаю его. Кудряшки растут у него быстро.
coffee mugs are? Little ones in the bathroom. Okay. Now, детали только остались. Так как он кудрявый, его легко подстригать. One side. You're done. You're done. Say thank you. Thank you. Very much. All of that. Пациент остался недовольный.